Я вьетнамское чудо техники. Велосипед с моторчиком, который не работает. Велосипед, который больше напоминает самокат. О, мы поехали. Не знаю, или завелось, но так или иначе мы поехали. Я нахожусь в городе Хоян. Я наконец-то выбрался из столицы. И даже сегодня купался в море. Вот, обратите внимание на эту красоту. О, мы опять буксуем. Смотри, как мы красиво едем. Велосипед-самокат. Вьетнамское чудо техники. Шедевр инженерной мысли называется. Вот. А тут у нас красота, рисовые поля. Рисовые заводи. Ну и, как всегда, основной, самый популярный вид транспорта – это у нас мотобайки, то есть мотоциклы. Впереди еще много интересного, здесь довольно много иностранцев, которые все ездят на велосипедах. Вот, посмотри, какие девочки красивые. Вот. Следите за моими приключениями, впереди еще очень много интересного. Не забудьте подписаться, поставить лайк, откомментировать хорошими словами и поделиться этим видеороликом с друзьями. А мы по-прежнему едем. У-ху! А также не забудьте нажать на колокольчик, для того, чтобы не пропустить ни одно видео. Вот так выглядит вьетнамская провинция. Я проехал уже где-то 790 километров от столицы. Еще примерно столько же мне осталось до места назначения. Меня зовут Олег, украинский путешественник, который странствует 4 года вокруг планеты практически беззатратно. Впереди еще очень много интересного, поверьте. Приключения только начинаются. Всех целую, обнимаю. Пока!